Каркас мы поставили, закрепили его, выровняли, установили дополнительный ряд прогонов снизу. Все готово к тому, чтобы начать крыть теплицу поликарбонатом, чем сейчас и займемся. Также здесь будет стоять форточный блок в коньке с автоматами, термоприводами. Теплица установлена на брус, как мы видим, 100 на 100 пропитана антисептиком. Я сколько раз показывал в камере. Видите, он все равно впитывается и белеет. Так вот, так он ярко-желтый, когда в камере. А вот даже, смотрите, автомат уже установлен. А, нет, еще стоит. Но язычка нет. Он еще не нагрелся, видите? Язычок здесь убирает. Чтобы на всякий случай кто-то не закрыл, если вы его закроете, то автомат выломает, так сказать, своей силой. Или шток погнет, или пластину вот эту выгнет, которую рычаг называем. Ну, вот такая вот. Прекрасно. Вот видите, вырезали треугольник уже под форточку, прямо на листе. Будет такая прекрасная теплица. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу капля VIP. 3 на 6. Сразу видим цельная дверь с одного торца. О, лесенку забыли. Форточка торцевая с другой стороны. Каркас сделан из профильной трубы. У нас 20 на 40 основная арка. Подпирающая 20 на 20. Арки в виде ферм. Все мощно, надежно. Торцевая форточка оснащена термоприводом. Все это стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Закреплен к земле с помощью якорей. Снаружи. Потому что внутри будут грядки. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также имеется резиновый торцевой уплотнитель. Рекламка. Обязательно. И диагональные усилители с каждой стороны. Также есть у нас форточный блок на термоприводах. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!